Ну, не красавцы. Ahí va cerca ya. Dice que juegan con él. Главного дельфина снимаю. Сару, сидите, гляди. Сару, сару, как он сидит на гляди. Сукар, сукар, сукар. Sugar, inglés, сахар, ингредиент. Сахар, сахар. Шакар. Да какой хайка. Держи. Ух ты, моя любимая маракуйя. Спасибо. Да какой хайка? Держи. Ух ты, моя любимая маракуйя. Bueno, es aquí no son sociales. No quiere amigos. No, no quiere amigos. Mira que como hay hartas ahí, ahí están los pies. Son desaparecidos, ¿no? He didn't like me. Uy, uy, uy. Three, huh? Topa colombiana. Можно говорить? Да. Доброе утро, страна. Сегодня у нас на завтрак пираньи из притоков пиранья Мукела из притоков Ориноко. Шеф-повар. Представь шеф-повара, пожалуйста. Сеньор Эрнесто. Сеньор Эрнесто. Эрнесто Рохас. Эрнесто Рохас, наш шеф-повар, он же директор по этим самым. Так, а это, подойди поближе, это называется супу колумбиано. Очень напоминает нашу уху, только вместо картошки там, нет, там есть картошка, но там еще несколько... Маниока и банан. Банана и маниоки. И картошки тоже несколько сортов. Фарьока. Посмотрите, как течет сок из этой красивой рыбы. Какие у него красивые зубы. А ведь мы могли быть сами завтраком у этих рыбок. Да? Наташа, я правильно говорю? Мы могли быть сами завтраком у этих рыбок. Стоп. Зря ты зубную щетку забрал. Что occurre, мистер, es que... Bien bonito, no lo había visto. Te dio tu rebusco de camino. En el Guaviare. Lo mandó Fernanda Parra, ella me pidió, ella le gustara. ¿Y no lo encontraron más? Pero sí salen para el inicio. Cuando el río comienza a mermar, el Guaviare comienza a mermar, tapamos la boca del cañón y ahí comenzamos a salir grandes cantidades de especies que todavía no están en el río. Con el río. Porca miseria. El problema de ustedes es solo que... Mucha sal. Mucho sal. Tiene sabor de sal. No de pescado más. Jaico. Sí, un bot. Un bot. What? Un bot, sí. No, it's better than water. Refreshing. Биотоп Скалярий, да? Абстаграм. Здесь. На той стороне. Скалярий, да? Там Скалярий.
Apstagram. Температура воды градусов 40. Очень теплая. И рыбок много. Мелких. El agua más fría. ¿Cierto? El agua es más fría. Very nice apistogramma here. Ya ojos blancos tiene, ¿cierto? Tiene apistogramma muy lindos acá. ¿O la apistogramma? Yes, mostly. Esta raíz es una planta, ¿cierto? Sí. ¿Será una planta o es una raíz? Es una raíz. Pero muy fuerte, ¿no? Sí. Tenía allá también, es la raíz que los peces gustan mucho porque si pueden proteger, si pueden criar, si pueden alimentar. ¿Y para acuario no sirve? Мы в Венесуэле. Незаконное пересечение границы. С непонятными целями. А вы что здесь делаете? Как там? Лихие самураи. Как там дальше? Что-то там границу. С фотоаппаратом перешили. Вон он, лихой самурай. Биотоп. Косые самураи. А вот они бальсы. Бальсы. I'm saying, Captain. Это столовая. Питаются индейцы вместе. Живут. Иначе им скучно. Коммуны. Пища общая, жены общие. Вождь один на всех. Один на всех. И любимый.
Он же Кола. Максим Горький. А давайте вместе. Вместе встанем. Иди, давай. Сейчас. Ты их сначала так, а потом я подбегу. А потом ты меня. Угу. И вот вождя в середину пока. В середину. В середину. На компьютер смотрел. Библиотека? Библиотека en lengua. А канал. Ustedes qué en eso? Curripaco. 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 Quiere decir aula o escuela. No, biblioteca. Eso. Pero de comer. De comer, claro. No, ese se fue. ¿Tú lo conoces? Es donde arrebarse. ¿Lo conoces? No. ¿Es natural o natural? Pues natural. Natural, sí. Es natural. ¿Es el cacao? Siempre tiene cosecha. No, no. No, ¿la comen así o más no, más cuando ya está maduro ya. Когда я пытался сорвать этот плод, меня чуть не съели муравьи. А что это такое, пока непонятно. What is name? Como se llama? Como se llama? Ese que se olviden que te llama ese, no sé cómo. Pero en lengua. En lengua se llama guafe. 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 En lengua. Lengua curripaco. Curripaco. Sí. Curripaco. Pleco. Sí, uno está clarito, muy lindo. Un poco allá de esta hora. Natasha, ¿has tú gesehen?